художественный руководитель школы Табакова Владимир Машков. Праздничный день. Бесспорно, я сам помню, наверное, каждый из ваших учителей, педагогов помнит этот день, как ему вручали диплом. Удивительный день, потому что вы входите в пору свободного плавания. Вы знаете, долго что-то вчера думал я, как же нам организовать этот удивительный день. И я понимаю, что вам, наверное, первым, кому очень тяжело. Первый раз с нами нет Олег Павлович. Физически нет. Но он был, есть и остается нашим небесным художественным руководителем. Я абсолютно уверен, что он чувствует, его душа здесь, потому что это место, оно историческое, наполнено его любовью и его самой главной мечтой – рождать артистов из самых молодых людей. Эта профессия непосредственно связана с опытом. Иногда очень неприятным опытом, трагическим. И этот опыт вам нужно будет нести всю жизнь. И все плохое и хорошее в вашей жизни должно быть с вами всегда. Помните о воле, которая включает в себя свободу, силу и желание. Тогда вы будете по-настоящему вольными людьми. И давайте теперь, каждый раз, когда будет выпускаться еще один курс, делать так, чтобы Олег Павлович услышал наши аплодисменты ему. Прямо аж, да? Как будто ангел пролетел. Вот так хлопая громко крыльями. В добрый путь. Все будет у вас очень интересно. Не теряйте внимания. Внимание. И к себе, и окружающим. Потому что внимание – это любовь. А любовь – это внимание. И умный какой-то человек сказал, что в царстве любви главенствует сила выбора. Это дело, которое нужно творить в любви. И там у вас появится огромный выбор. Ну и приступим, наверное, к такой прекрасной церемонии, как получение вами сертификатов совершенствования дальнейшего. Ух ты! Начнем с красненького. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием получает Андрей Сергеевич Мартынов, Санкт-Петербург. Поговори с людям. Первый раз как артист. Данил Сергеевич Акутин, Московская область. Диплом вручается Павлу Владимировичу Бессонову, Московская область. Анна Олеговна Золотухина, Воронеж. Егор Дмитриевич Перечок, Челябинская область.
Диплом вручается Эмилии Игоревне Шримовой, Московская область. Диплом вручается Софье Дмитриевне Лукьяновой, Московская область. Владислав Викторович Миллер. Диплом вручается Ангелине Павловне Пахомовой. Диплом вручается Евгении Дмитриевне Романовой. Диплом вручается Максиму Вячеславовичу Синякову. Диплом вручается Павлу Борисовичу Филиппову, город Москва. Диплом вручается Павлу Олеговичу Чернышову, город Кубай. Я еще одно слово волнуюсь очень, поэтому забыл, что у четверых наших студентов, помимо дипломов, там еще вложены благодарности министра, руководителя департамента культуры города Москвы Александра Владимировича Кубовского за то, что эти студенты в этом году получили гран-при, выиграли все первые места на Дельфийских всероссийских играх в городе Герой Владивостоке. Это Анна Золотухина, Ангелина Пахомова, Максим Пеньков, Павел Филиппов! Прежде чем вы что-то будете отпускать, ваши мечты, я так понимаю, в виде шариков туда, чтобы они дошли с вашим кислородом. Я очень хочу, чтобы вы сейчас еще раз посмотрели на своих педагогов, вот которые находятся здесь. А я уверен, что бы ни происходило в жизни вашей, что бы ни происходило в нашей жизни, вы часть нас. Вы часть Олега Палыча, часть каждого, кто здесь присутствует. Посмотрите друг на друга и хорошенько запомните. Вы будете изменяться, потому что вы еще маленький, будете расти, становиться еще лучше, краше, неузнаваемый. И когда с каким-нибудь успехом придете, я думаю, что... Это ты? Это тот, кто вот там снимался и там играет? А мы думали, это ж какой-то... Понимаете? Все может быть, это метаморфоза. Но знаете, что здесь те, кто были с вами долгие 4 года, и теперь уже останутся с вами навсегда. И давайте им поаплодируем. Встаньте, пожалуйста, педагоги! Встаньте, педагоги! Пожалуйста, пожалуйста. Вот, встаньте. Идите сюда, идите сюда. Пойдем, выйдите. Выйдите, выйдите, пожалуйста. Давайте. Есть! Ну, в добрый путь, ребята! Вот они!
Бог.